Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «Про что нужно знать, выбирая поддержанный автомобиль» это весьма и весьма популярный кроссовер немецкой марки эта машина будучи новой продавалась весьма неплохими тиражами и по большому счету именно этот паркетник сделал основную кассу баварскому производителю в россии в свое время соответственно на вторичном рынке эти машины представлены также достаточно широко этот автомобиль попадет в ваше поле зрения в том случае если вам от автомобиля подержанного нужно нечто большее чем просто доставка вас из точки а в точку б то есть хочется скажем так, комфорта, динамики и какой никакой премиальности, пусть и в поддержанном виде. И в случае, если покупать, например, Lexus на вторичке вам кажется дорого, Infiniti тоже по каким-то причинам не устраивает, вы вполне можете обратить внимание на этот автомобиль. О том, что эта модель из себя представляет и о том, какие подводные камни могут вас поджидать в случае покупки подобного автомобиля в не очень хорошем состоянии, мы сегодня и поговорим. Встречайте BMW X5. В кузове Е70. BMW X5 в кузове е 70 появился в далеком уже 2006 году. Этот автомобиль продолжал выпускаться на протяжении 7 лет. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2013. В 2010 году машина прошла через рестайлинг, в ходе которого освежили внешность и сменили агрегаты. На российском рынке X5 в 70-м кузове вы могли купить с одним из следующих моторов. Если речь шла про дорестайлинговые автомобили, бензиновых двигателей было здесь два, оба атмосферные. Трехлитровый мотор выдавал 272 лошадиные силы, и имел конфигурацию рядной шестерки V-образная восьмерка объемом 4,8 литра выдавала 355 лошадей. Дизельные же двигатели были представлены двумя вариантами на 231 и 286 лошадей соответственно. Коробки передач у рестайлингов только шестиступенчатый автомат, ну а привод соответственно на все четыре. У рестайлинговых машин агрегаты под капотом были уже другие. Атмосферных моторов здесь больше не осталось. Бензиновые двигатели это рядная турбо-шестерка на 306 лошадиных сил V-образная турбо-восьмерка 4,4 литра на 407 лошадей а также дизельные двигатели в вариантах форсировки 245 и 306 сил, если говорить про трехлитровые также здесь была M-версия, дизельная M-версия одна из самых, наверное, практичных машин с таким мощным дизельным двигателем на 381 лошадиную силу, объем 2,9. Коробки передач на рестайлинге превратились в восьмиступенчатые, их, соответственно, тоже сменили ну а по типу привода выбора по прежнему не предлагалось только четыре ведущих колеса. За рамками обзора оставим эмочные версии BMW, хотя если вы смотрите что-то этакое, то почему бы не присмотреться к версии M50D, чей двигатель M57S на 2,9 литра рабочего объема с тремя турбинами и 381 лошадиной силы вполне может быть признан одним из более или менее практичных вариантов покупки спортивного автомобиля. Наш сегодняшний экземпляр это Дори Styling 2008 год, 272 лошадиные силы, рядная трехлитровая шестерка под капотом и шестиступенчатый автомат. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот он сопротивляется такому явлению, как ржавчина. Что касается толщины окраса, то X5 в 70-м кузове покрашен во многом стандартно, но в среднем показания толщиномера будут лежать в диапазоне 100-150 микрон. Качество окраса вполне хорошее автомобили, в случае, если они долго и активно эксплуатируются по трассе, конечно, будут ловить сколы и царапины, но в целом лакокраска на Е70 держится молодцом, даже спустя многие годы с момента выпуска автомобиля. Капот на Е70 выполнен из алюминия, передние крылья сделаны из вечного пластика, да и качество обработки металла здесь очень и очень хорошее. Рыжий налет, как показывает практика, на этих кузовах удается обнаружить лишь при осмотре снизу, и, как правило, он носит поверхностный характер. Локализуется он, как правило, на порогах и в задней части кузова, в районе заднего подрамника и усилителя бампера. Но, повторимся, ржавых до дыр Е70 нам еще видеть пока не приходилось, даже если речь идет про автомобили первых лет выпуска. Так что при покупке X5 ржавчины можно особо не опасаться. Конечно, в любом случае стоит осмотреть автомобиль на подъемнике, но по большому счету ваша задача будет заключаться в том, чтобы не купить машину восстановленную после серьезного ДТП. Также будучи владельцем X5 вам нужно будет помнить о том, чтобы поддерживать в чистоте, например, сливы под лобовым стеклом. При покупке проверяйте работоспособность электропривода крышки багажника. Она на этих автомобилях с возрастом имеет свойство прекращать работу. Также некоторые владельцы x отмечали неважную герметичность задних фонарей. И на всякий пожарный, хоть это и кажется очевидным, не забудьте проверить корректность работы стеклоочистителя лобового стекла. Что касается салона 70-го кузова, то несмотря на обилие электроники, каких-либо проблемных мест здесь на самом деле не особо много. Такие вещи, как электрические регулировки сидений, либо те же самые подогревы сидений и руля, как правило, долгие годы функционируют вполне исправно. То же самое в принципе касается и, например, стеклоподъемников с центральным замком. Естественно, при покупке подобного автомобиля, чем у него более богатая комплектация, тем больше внимания нужно уделить тому, чтобы все, что есть в машине, работало. Особенно если речь идет о возрастных экземплярах. Но на всякий пожарный, уже купив подобную машину, будьте готовы к тому, что возможно в один момент вам придется поменять мотор отопителя. Хотя говорить о том, что эта проблема характерна только для BMW и только для E70, не приходит. Проблемы с мотором отопителя встречаются на целом ряде моделей других производителей. Из более или менее регулярных досадных мелочей можно отметить, разве что, например, проблемы с парктрониками, которые, будем честны, большинство поддержанных Е70 так или иначе будут иметь. А поскольку парктрониками эти автомобили, как правило, оснащены по кругу, то есть здесь не только задние, но и передние датчики, соответственно, при покупке подобного автомобиля, в случае, если обнаруживается неисправность по данной системе, имеет смысл поторговаться с продавцом, если это для вас принципиально. Перед тем, как переходить непосредственно к обсуждению подкапотного пространства, вставим еще 5 копеек по салону. Если вы смотрите BMW X5, у которого внезапно, например, не работают поворотники, либо обнаруживаются еще дополнительные проблемы, по, скажем так, элементам освещения, вполне вероятно, после покупки такого автомобиля вы сразу поменяете блок управления бортовой электроникой или блок FRM. На ранних автомобилях, особенно до рестайлинговых, этот узел был, ну, скажем так, плюс-минус проблемным. Стоит он не так, чтобы дорого относительно стоимости самого автомобиля, но на всякий пожарный имейте в виду. А уже после покупки будьте аккуратны с прикуриваниями подобного автомобиля. В случае, если у вас сел аккумулятор, будет лучше, предварительно просто зарядить его в нормальном обычном режиме, а не кидать провода от заведенного донора. Подобное как раз таки чревато выходом из строя того самого блока FRM. В нашей практике такие случаи были. Ну а теперь про подкапотное пространство. Первым двигателем бензиновым в линейке агрегатов дорестайлингового BMW X3, как в нашем случае как раз, служил Мотор с индексом N52B30, 272 лошадиные силы и 315 ньютонов на метр крутящего момента. По конфигурации этот мотор представляет собой рядную шестерку. Блок двигателя отлит из алюминия. Здесь два верхних распредвала, цепной привод ГРМ, абсолютно обычный распределенный впрыск топлива, нет никаких турбин, присутствуют системы ВАНОС, то есть изменение фаз газораспределения на впускном и на выпускном распредвалу, так называемый Double ванос и стоит система изменения высоты подъема клапанов Valvetronic. Что касается надежности данных силовых установок, то в целом у этих моторов все с данным параметром обстоит весьма неплохо. Эти двигатели при условии регулярного обслуживания, если вы будете вовремя менять масло, использовать здесь качественные горюче-смазочные материалы и при этом не допускать перегрева этих моторов, а это это очень важный пунктик, систему охлаждения на любом из агрегатов под капотом X5 всегда нужно поддерживать в живом функциональном состоянии. То данные двигатели отбегают свыше 300 тысяч километров пробега. Что касается каких-либо характерных проблем для данной силовой установки, то, например, цепи ГРМ на старых моторах М52 проблемным узлам особо-то и не относится. Замена цепи здесь, как правило, осуществляется на довольно больших по любым меркам пробегах, что-то в районе за 200-250 тысяч километров. При осмотре подобного автомобиля с таким мотором обязательно запустите его на холодную. Первый момент на м 52 b 30 до 2009 года была проблема с стуком гидрокомпенсаторов, особенно на холодную, но данный симптом, в принципе, кроме акустического дискомфорта, можно сказать, ничем особо чреват не будет. А вот если этот двигатель демонстрирует плавающие обороты холостого хода или неровную работу, то здесь чаще прочего помимо катушек зажигания или свечей могут быть повинны непосредственно ваносы или сама система Volvo-Tronic что приведет к достаточно небюджетному вмешательству в двигатель. Кроме того, на пробегах за 150 тысяч километров, в зависимости от конкретного экземпляра, вы можете столкнуться и с расходом масла на угар. Сама компания BMW поставила норму расхода в литр на тысячу и на этом успокоилась. На самом деле это достаточно большие цифры. И по идее в нормальном состоянии до подобного порога силовой агрегат не должен доходить. Основной причиной, по которой с возрастом здесь проявляется расход масла, можно назвать маслосъемные колпачки, которые со временем теряют эластичность, в том числе из-за высокой рабочей температуры двигателя и прекращают нормально выполнять свои функции. В этом случае замена колпачков вполне может изрядно облегчить симптоматику. Также следует обращать внимание на то, чтобы система вентиляции картерных газов на вашем двигателе была исправна и функционировала в штатном режиме, поскольку именно перенаправление паров масла вместо картера непосредственно во впуск в данном случае может также способствовать дополнительному его расходу. Ну и последний момент. На этих двигателях нет масляного щупа, поэтому проверять уровень вы в любом случае будете через бортовой компьютер. Соответственно, единственным источником информации об уровне масла будут показания датчика уровня. И этот самый датчик, что самое обидное, на некоторых автомобилях имел свойство глючить и начинал выдавать неправильные показания. В случае, если вы столкнулись с нерабочим датчиком уровня масла, самым логичным решением будет быстрее его заменить на исправный поскольку если вы упустите уровень масла, последствия для двигателя, естественно, будут совершенно фатальны. Второй бензиновый двигатель на дорестайлинге – это V-образная восьмерка объемом 4,8 литра, N62, B48, 355 или 360 лошадиных сил и целых 500 ньютонов на метр крутящего момента. По ощущениям от управления, X5 с этим двигателем совершенно другая машина, нежели его трехлитровый собрат. Конструктивно эта V-образная восьмерка практически повторяет своего трехлитрового брата в том, что касается цепного привода ГРМ, наличия ваносов, наличия системы Valvetronic и так далее. Сам по себе этот мотор достаточно ресурсный и в умелых руках заботливого хозяина будет способен проехать за 350 тысяч километров пробега, но при условии своевременного ухода. Что касается каких-либо характерных неисправностей, V-образной восьмерки, то по большому счету их не так уж и много. Да, сталкиваются владельцы с выходом из строя ДМРВ на возрастных машинах к большим пробегом, периодически летят катушки зажигания, нуждающиеся в замене ничего абсолютно сверхъестественного. Единственное, что к большим пробегам смотрите V-образную восьмерку на течи. А маслоохладители, прокладка корпуса генератора, а также сальник коленчатого вала. Чаще прочего здесь бежит задний сальник коленвала или так называемый коренной. Что касается расхода масла на угар, то на V-образных восьмерках причина его появления, как правило, все та же самая и связана непосредственно с маслосъемными колпачками и их старением, поскольку данные двигатели также теплонагружены. И помните, что V-образная восьмерка, занимающая весь предоставленный объем подкапотного пространства X5, особо чувствительна к исправности системы охлаждения перегрева для данного двигателя будет губителен. В остальном, если вас не пугает высокий транспортный налог и соответствующий расход топлива, то двигатель 4.8 это тот мотор, с которым в принципе X5 покупать можно. Но только при условии готовности нести затраты на его содержание Но это касалось бензиновых моторов, но до рестайлинга Если вы смотрите рестайловый X5 с 2010 года, то под капотом уже не будет атмосферных моторов Первым двигателем в линейке здесь будет трехлитровый n N55B30 в данном случае уже с непосредственным впрыском топлива, то есть форсунки высокого давления и топливный насос высокого давления. Топливная система похожа на дизельную и, соответственно, предъявляющая повышенные требования к качеству бензина. Данный двигатель выдает уже 306 лошадиных сил, но вот крутящий момент вырос существенно. 400 ньютонов на метр против 315 у старого атмосферника. Что касается сложности конструкции, то проще N55 точно не стал по сравнению со своим предшественником. Да, здесь цепной ГРС Здесь есть система Valvetronic, изменения высоты подъема клапанов уже второго поколения. Здесь также стоят ваносы на обоих распредвалах. И используется впускной коллектор с переменной геометрией. Дополнительный наддув воздуха обеспечивает твинскрольная турбина, которая довольно критично относится к качеству и чистоте масла. Поэтому интервалы замены масла на турбовых моторах, естественно, лучше сокращать. И замену лучше производить хотя бы раз в 7-8 тысяч километров пробега. Нагнетание дополнительного воздуха в цилиндры в данном случае обеспечивает твинскрольная турбина, которая весьма критически относится к качеству масла, а также к интервалам его замены, которые в данном случае лучше подсократить с 10 где-то до 7 Тысяч километров пробега. Длительные интервалы замены масла на N55B30 могут также приводить к ускоренному закоксовыванию головки блока цилиндров, а именно клапанного механизма, что впоследствии может вылиться в достаточно недешевый его ремонт. Ну и все та же система вентиляции картерных газов, за исправностью которой нужно следить, за целостностью трубок и исправностью клапанов вентиляции. Вообще, забегая вперед, n 55 b 30 при должном уходе способен отработать под 300 тысяч километров пробега. И нельзя сказать, что эта силовая установка плохая, просто она более современная, чем его предшественник, и, как следствие, более сложная конструктивно. При осмотре подобного автомобиля в поддержанном виде лучше не заниматься этим самостоятельно, а доверить понравившись экземпляр X5 в руки профильных специалистов, которые занимаются ремонтом только данной марки автомобилей. И покупать себе такой двигатель только после тщательной диагностики. Но если вы готовы потратить чуть больше времени на поиск X5 и найти для себя вариант, который окажется наименее проблемным в эксплуатации, то советуем присмотреться все же к дизельным машинам а дизельных моторов здесь было по одному на дорестайлинг и на рестайлинговую машину. На дорестайлинге, то есть на машины до 2010 года, ставился старый дизель М57D30TU2. Это рядная шестицилиндровая силовая установка с цепным приводом ГРМ, причем с достаточно хорошим ресурсом. Цепи на данных двигателях редко просились на замену на пробегах ранее 250 тысяч километров. Здесь, естественно, есть турбонаддув. На этих двигателях отсутствуют фазовращатели, то есть никаких ваносов на дизелях BMW вы не найдете и, соответственно, вы будете избавлены от проблем с ними. Система впрыска Common Rail, самое что ни на есть уже традиционная для большинства дизелей, есть гидрокомпенсаторы, а также впускной коллектор с изменяемой геометрией. Мощность данных дизельных силовых установок колебалась от 231 до 286 лошадиных сил в зависимости от версии, установленной на конкретном автомобиле. Ресурс М57 дизеля поистине огромен. В заботливых руках данная силовая установка будет способна отработать под 600 тысяч километров пробега без капитального ремонта. Из каких-либо характерных проблем для данных двигателей можно отметить, разве что проблемы с теми самыми заслонками впускного коллектора, расслоение демпфера шкива коленвала, что приводит впоследствии к его замене, и, как правило, случается, но никак не ранее, чем раз в 100-150 тысяч километров пробега. Трескающийся выпускной коллектор, который впоследствии многие собственники меняли на чугунные проблемы, в общем-то, была исчерпана уже на долгое-долгое время. А также проблемы с работоспособностью маслоотделителя, которые проявляются в виде обширного запотевания патрубков турбины не стоит забывать и просаживай фильтр в том случае если он еще не был удален предыдущим собственником но вообще на фоне бензиновых моторов дизельный двигатель 3 литра на дорестайлинге выглядит реальным долгожителем. И если вы найдете для себя в исправном состоянии подобный автомобиль с более или менее вменяемым пробегом, то и эксплуатировать эту машину вы сможете достаточно долгое время. Причем без каких-либо особых головных болей. Что касается более современного трехлитрового дизеля N57, это также очень хороший с точки зрения ресурса агрегат. Не особо-то более сложный конструктивно, чем его предшественник. И по большому счету плюс-минус со проблемами нужно смотреть за системой ЕГР. Также шкив коленчатого вала может со временем потребовать замены в связи с расслоением резинового демпфера и так далее. Естественно, нужно использовать качественную солярку и следить за тепловым режимом силовой установки. Ресурс турбины и механизма ГРМ на N57 моторе это тоже за 200 тысяч километров пробега. Что касается коробок передач, здесь были только автоматы. В двух версиях на дорестайлинговых машинах устанавливалась шестиступенчатая коробка фирмы ZF 6HP, а на рестайлинговых версиях стоял уже восьмиступенчатый более современный автомат. Шестиступка на дорестайлинге ничем особо нехорошим в своей истории не отметилась. Ресурс этой трансмиссии, если, конечно, не путать свой тяжелый кроссовер BMW X5 с дрекстером и регулярно не отжигать со светофоров, способен достичь 250 тысяч километров пробега. Вполне вероятно, у аккуратных водителей эта коробка может проехать и больше. Самое главное, не забывайте менять ней масло раз в 40-50 тысяч километров пробега, поскольку к чистоте масла данный автомат весьма и весьма чувствителен на тест-драйве подобного автомобиля, обратите внимание на то, как эта коробка работает. Она не должна дергать или пинать. Списывать на спортивный характер автомобиля подобную симптоматику не стоит. С большой долей вероятности после покупки дергающейся КПП вам придется ввести ее в переборку. Что касается восьмиступенчатых коробок, требования к обслуживанию все те же самые. Регулярно менять масло, не допускать перегрева трансмиссии и не использовать X5 в качестве дрекстера. Хотя в целом нужно отметить, что по восьмиступкам, особенно на первых пилотных автомобилях 10-11 годов, встречались нарекания по ресурсу. Некоторые владельцы исхитрялись ушлепать данный автомат на пробеге еще до 150 тысяч километров. Хотя умеючи можно поломать очень много чего. А вот в том, что касается компонентов системы полного привода, по X5 в 70 кузове имеет смысл повышенное внимание при осмотре автомобиля уделить состоянию шрусов. Поскольку именно с приводами на данных автомобилях чаще прочего встречаются проблемы на тест-драйве. Попробуйте покататься в разных режимах, поманеврируйте на месте, никаких щелчков, хрустов, стуков при трогании с места и при повороте автомобиля быть не должно и в помине. Что касается надежности, например, переднего и заднего редуктора, то здесь все очень даже неплохо. Хотя в нашей практике сталкиваться с переборкой переднего редуктора нам приходилось. Однако в данном случае речь шла про достаточно мощный дизельный автомобиль, да еще и на чипе. Так что если вы смотрите мощную версию X5, то к диагностике состояния системы полного привода лучше подойти со всей ответственностью. А вот к надежности самих карданов у второго X5 вопросов нет. Когда вы поднимете BMW X5 в кузове E70 на подъемник, первое, на что вы обратите внимание, так это на то, что практически вся площадь X5 снизу закрыта в данном случае пластиковыми защитами, причем закрыта практически наглухо. Это относится не только к порогам, но и к самому днищу автомобиля. Соответственно, при осмотре снизу в первую очередь нужно обратить внимание на то, чтобы агрегаты были сухие. Чаще прочего на этих автомобилях нам приходится видеть течи поддонов, поддона двигателя и поддона коробки передач, а также, соответственно, протечки по стыку двигателя и коробки, течь коренного сальника. Соответственно, крайне желательно при покупке, чтобы подобных вещей на машине не было. Это будет говорить в пользу того, что собственник действительно следит за автомобилем и щепетильно подходит к процессу его обслуживания. Что касается подвески X5 в кузове E70, то в данном случае подвеску можно признать эталоном среди кроссоверов в том, что касается баланса управляемости. Комфорт здесь также присутствует, хотя, возможно, кому-то эта машина может показаться жестковатой. Но с настройками шасси компания BMW здесь точно попала в точку и огромные объемы продаж этой машины, там подтверждение, управляется X5, практически как легковой автомобиль самое интересное что ходовая часть у x5 при всей своей многорычажной схеме достаточно сложная конструктивно с большим количеством шаровых опор не отличается какой-то повышенной хлипкостью все здесь сделано весьма основательно и ранее чем раз в 100 120 тысяч километров пробега практически ничем вас не побеспокоит чаще этого срока владельцы x5 меняют как правило разве что тормозные колодки в зависимости от стиля вождения они они могут не отработать и 30-40 тысяч километров пробега. Рулевой механизм здесь может быть как самый обычный в этом случае. Руль будет делать достаточно большое количество оборотов из упора в упор, как на привычном любом другом автомобиле, и будет достаточно тяжелый, но с равномерным усилием. На вариантах с 4.8 же, например, попадается другой тип рулевого управления с переменным передаточным числом. Однако на некоторых автомобилях чаще это бывают либо машины с большеобъемными моторами, либо рестайлинговые варианты с тремя литрами под капотом. Попадается опциональная рулевая Управления с переменным передаточным числом. На таких автомобилях количество оборотов руля из упора в упор минимально. Фактически, вы можете вывернуть колеса до крайнего положения из центра менее чем за один полный оборот. Что касается задней подвески X5, то здесь у нас, естественно, многорычажка, сайлентблоков достаточно много, но все очень и очень крепкое. И какие-либо замены здесь массово начнутся не ранее, чем на пробеге, около 200 тысяч километров. При осмотре подобного автомобиля в поддержанном виде, на всякий случай, все же продиагностируйте подвеску более или менее тщательно. Хотя многие компоненты подвески можно поменять и по отдельности. Касается это, например, сайлентблоков не в сборе с рычагами. Кстати, на будущее, после покупки подобные машины, чтобы не тратить разорительные суммы на ремонт ходовой части, постарайтесь разобраться, кто из производителей запасных частей является поставщиком на конвейер BMW. В этом случае вы сможете купить дубликатную запчасть надлежащего качества по цене гораздо ниже официального прайса Баварского моторного завода. Ну а теперь выводы по BMW X5 в кузове E70. К основным плюсам данного автомобиля, помимо харизмы комфорта и управляемости, можно отнести его кузов. Кузов в данном случае. Именно в плане сопротивляемости ржавчине. Даже на самых возрастных экземплярах найти следы рыжей болезни можно будет лишь очень сильно постаравшись. Нельзя назвать особо проблемной и электронику именно этого X5. Опять же, чем проще у вас будет комплектация, тем меньше проблем эта машина потенциально вам подкинет. И чем меньше было вмешательства сторонних рук в изначальную заводскую конструкцию, тем меньше проблем у вас будет впоследствии с электропроводкой. Что касается двигателей, если вы смотрите машину на очень долгую перспективу и у вас получится найти дизельный X5, пробег которого... А фактический пробег будет в районе 200-250 тысяч километров, то после покупки и обслужив такой автомобиль, вы можете ездить на нем еще очень и очень долго. Среди бензиновых, однозначно не рекомендованным к покупке, будет, пожалуй, разве что современная V-образная восьмерка 4,4 литра. Остальные двигатели можно покупать, но желательно, естественно, после тщательной диагностики. В остальном автомобиль как автомобиль. Ну и традиционно, чем более ушлепанный вариант вам попадется, даже по низу рынка, тем больше вы потратите в его подъем с колен. А применительно к X5 покупка полностью убитого автомобиля может влететь в достаточно ощутимую копеечку. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте указывать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Кроме того, если у вас был или до сих пор есть X5 в кузове E70 или E71, если говорить про X6, и у вас есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, обязательно укажите это все в комментариях, поскольку людям, которые задумались о покупке подобной машины, именно в ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Всем пока!